Улица Борисова, город Спас-Гданий, после новогодних праздников. Открыли наконец-то нам сквозной проезд на нашей улице. А то как-то было даже напряженно, особенно вчера. Начались трудовые будни, нужно подъехать к администрации, а подъезда практически нет. Ну вот такие у нас еще стоят олени с санями. В принципе, все еще красиво, ведь за завтрашнего дня на послезавтра Старый Новый Год. Интересное сочетание — Старый Новый Год. Ну, так как есть у нас, будем встречать. Опять же проезжаем мимо нашей площади. Уже идут трудовые будни. Мы трудимся уже второй день. Сегодня уже 20 минут 9, а рассвета практически нету. Сегодня обещают нам снег, так что посмотрим. В обед будет у нас снег или нет. Итак, время 11 часов. Мы на улице Ленинской приехали к Сбербанку. Сбербанк города Спасска-Дальнего. Основной центр. Идет снежок. Немножечко посыпает, как и обещали нам сегодня. Снежок. Но обещают еще ветер до 25 метров в секунду. Не хотелось бы, конечно. Такой ветер, будет очень холодно. Но надеюсь, что, может быть, немножко пронесет. Еще раз повторяю, улица Ленинская, Сбербанк. Третий час времени. И уже снежочек у нас усиливается. Прямо чувствуется. К вечеру будет метель. Уже не ошибаемся мы. Самое настоящее будет, наверное, метель. Травишки продают у нас возле любимых продуктов, как всегда. Много автомобилей. Народ после праздников опять закупается новыми продуктами. Потому что на праздниках, наверное, было опустошены все холодильники, уничтожены все продукты. Все нужно опять начинать по-новому. А мы едем по работе. Минус 16 на улице. Идет снег. Территория городской больницы опять. Все как в лесу, можно сказать. Такие ели красивые стоят. Так, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 12 января. Время сейчас 5 часов вечера. Можно сказать, что предновогодний вечер старого Нового года. У меня выдалось немножко времени, и я решил проехать, так как меня просили проехать по улице Михайловской, показать улицу Михайловскую. И мы сегодня сделаем эту просьбу. Просили еще до Нового года, но как-то все праздники, были дети в гостях, внуки. Было просто заниматься этим некогда. А вот сегодня проедем немножечко и покажем. Выдался часик лишний, как говорится, и мы покажем вам немного улицу Михайловскую, село Спасское.
Вот сделана антенна какая-то огромная, наверное, для сотовых телефонов. Также улица подсыпана селеспаском, чтобы не было гололеда. Вчера у нас был снег. Мело даже вечером. Ну, прошел небольшой, с ветром был, сильный ветер. И сегодня утром был сильный ветер. Прямо конкретный был ветер. Вот давайте посмотрим. У нас сделаны хорошие дома на улице Михайловской. Современные такие уже. Культурная улочка. Прямо даже нравится. Улица длинная. Ну и вот такое тоже присутствует. Но никуда не денешься. Видно, разбирают, землю приобретают и строят хорошие дома. Это даже приятно. Но магазин, похоже, на этой улице у нас не функционирует. И уже давно. Да, и на нем написано «Продается». Вот тоже домик современный, красивый. Посмотрите. В общем-то, улочка неплохая. Вот строят современный дом деревянный. Снег у нас был такой обильный в начале декабря. И больше большого не было. Вот чуть-чуть подсыпает, метет. Ну и нормально, нормально. Этот год пока нормальный. Ну и, как говорится, скоро улица на это закончится. Кто хотел посмотреть улицу Михайловскую, ну, надеюсь, увидят, вспомнят, где жили. Проедем еще немножко. Раньше по этой дороге ездили на Ханку даже. На озеро Ханка отдыхать, купаться, когда были молодые. Сейчас уже все. Дороги там больше нет такой. Ой! Здесь прямо так канава дороги. Все, здесь надо развернуться нам. Ну, теперь мы проедем еще в обратную сторону, немножко покажем также с другой стороны. Погода сегодня, конечно, ну, будем говорить, что солнечная, красивая, морозная. В данный момент сейчас покажу вам 16 градусов. 16 градусов, 5 часов вечера. Ну, это терпимо. Терпимо. С утра до обеда был, ну, такой лютоватый, конечно, какой-то северный мороз. Сейчас не так, отпустило. Намного легче. Ну, вот видим Михайловская тоже. Домики вот относительно отремонтированные такие. Более-менее. О, ларек мы проехали, я не заметил даже, рассказывая вам. И показываю Михайловскую. Не все сразу сам увидишь. Давно я здесь не ездил. Давно. Ну вот по просьбе мы выполняем просьбу людей. Показываем улицу Михайловскую. Кому-то будет интересно, кому нет, да нет, конечно, извините. Но это выполняем просьбу людей. Немного помолчу. В общем-то, не знаю даже, что и сказать. Ну, посмотрите. Посмотрите. Одно хочу сказать, дорогие друзья, кто смотрит впервые, подписывайтесь на канал.
Будем выполнять ваши просьбы, заказы. Конечно, не так быстро, но будем стараться. Будем стараться. Как будет время, так будем стараться ездить и снимать, показывать. На этой неделе, надеюсь, я съезжу в Красный Кут, обещал то же самое показать. Красный Кут немножко людям выполним, постараемся просьбу людей. Служили в Приморском крае, в Красном Куту. Нужно показать, какой сейчас стал Красный Кут, гарнизон, что осталось. Ну, постараемся выполнить. И надеюсь, если будет хорошая погода, хотим проехать, покататься с внуками на тюбинге в Дмитриевку. Говорят, там неплохая трасса сделали. Так что посмотрим. Если получится, все будем показывать. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Сейчас мы движемся по переулку Крестьянский, ближе к городу. Будем выезжать прямо возле базара. Ой, хорошая погода, красиво. Прямо вот смотрю в камеру, и красивые виды получаются, прямо красиво. Народ в частном секторе вот уже затопил печи, начинают греть свои дома. Ну вот, подъезжаем к нашему рынку. Уже не работает, потому что 6 час времени. В Спаске он у нас работает обычно до 3 часов. Опа! Здесь у нас аптека, мини-центр, овощи, фрукты, магазинчик хороший. Движемся дальше в сторону дома.